Всем доброго времени суток. Очередная маленькая бандероль с Китая. Стоимость 2 доллара. Что это мы сейчас распечатаем и вместе с вами узнаем. А это у нас вот такие вот монеты. Заказывал, ребята, я две штуки. Таких монет получил целых, как видим, 5. Счастливый пятак. И здесь герб России. Счастливая монета на удачу. Ну, давайте рассмотрим ее поближе. Ну, так, какой-то металл непонятный. Ну, в принципе, как монета. Без запаха. Заказывал я их по акции, по 80 центов. Заказывал, повторюсь, две штуки. Шли они довольно-таки долго, более около 30 дней. Добирались они в Украину. Ну, так как сувениры маленькие пойдут. 5 штучек. Ну, ссылка будет в описании, там, в принципе, цена совсем другая. Там они, по-моему, от 3 долларов стоимость. Это, еще раз говорю, по акции они вот достались, можно сказать, на халяву мне. Ну, кого интересует, в принципе, можно заказывать кому-то как сувенир, на подарок. В общем, безделушка такая. Ссылка в описании, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, пока.